Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в турок. Блин, что-то он у меня где-то захреначился, и теперь у меня бывает вылетает. И состоишь из мяса делай ноги. Я уже все прочел. Все прочел. Не надо мне тут. Заболтается само. Динозавры гранаты. Вот тебе кровавый коктейль. Так, меняем огнемет. Виски, это Турок. Прием. Турок, это Логан. Где встречаемся? Ясно. Мы знаем, где вы сейчас. Двигайте на север, и мы с вами скоро пересечемся. Вас понял. Ты с Логан не поубивал всех остальных в приступе беспамятства? Он странно себя ведет. Это называется контузия. Эй, а я ведь все слышу. Ну-ка. Вот 30. Сейчас динозавров постреляем по-быстрому. А то этот эпизод меня уже задолбал нахрен. Я вроде там перебил, иди добей остальных. Пальцем показал, но за спину. Господи. Так, все, патронов набрал. Господи, ты боже, что мой. Все, кто-то еще вылез. Этого добра у нас как грязи нахуй, как говна на Руси. Так, сейчас еще 3-4 динозавра тут. На. Нисколько не испугался твоих страшных соплей. Эх, что у нас тут? Грыз человека. Не дали ему пожрать нормально. О, дробовичок. Оружие тут до хрена больше. Вот и все. Еще вылазь. А мне лучше уж динозавры. Клопов с меня, да, достаточно. Клопов. Пошли. Пора. Опа. Искать остальных. Что-то оружие убрал. Кейн на этой планете. Что бы там ни замышлял Кейн, надо обломать его. А что это было? Думаю, нам с Логаном предстоит серьезная беседа по поводу этого здания. Думаю, нам с Логаном предстоит серьезная беседа по поводу этого здания. Повторяешься. Ну,
Слейд, сюда еду. Урок, ты первый. Ой-ой-ой. Подожди. Найди его. Эй-эй-эй. Подожди. Да я-то почему думал, я вот видишь, тут стрелы есть. Тупо из-за этого только стрелами-то хреначился. Вот и все. Так, смотрим. Все? Подкрепление кончилось. Давай соберем еще, значит, патрончиков. Ковбой такой, что на вылете нахрен. Господи. Не вижу его. Найди его. Неплохо. А он один там был. Ой-ой-ой. Наши. Где ж вы раньше были, юродливые? Дерьмово выглядите. На себя посмотри. Куда делся Картер? Клопы сожрали. Почему вокруг тебя люди гибнут? Ладно, нечего лясы точить. Выходим. Пора уже домой. Чего меня все подозреваете-то так? Хотя смотрите, замечание верно. Это взлетная площадка. Принимайте гостей. Нам едет бронированная колонна. Черт! Кто им наши координаты сдает? Ты. Ты! Логан! Слейд был прав, он предал нас! Уберем его, и все будет хорошо. Тебя что, опять в мозгу заклинило, Логан? Парни. А ну-ка все заткнулись и в укрытие! Сейчас нас из-за тебя грохнут. С тобой я потом разберусь, крыса. Логан. Вот ты и попал, турок. Все равно живым они меня не возьмут.
Так. Граната! Он рядом! Берем клещи. Вас понял. Где ты? Вижу его. Я его не вижу. Патроны. Это хорошо. Блин. Найдите вход на подстанцию. Подожди, откуда они пришли? Вот эти. Найдены гранаты. Еще присылают кого-то. Кошмар. Сюда идут. Пусть идут. Молодец. Твою мать! Ладно. Тяжелая тушка, с ним не разбегаешься. А, флаг, ну. Ты попал, Турок. Все равно живым они меня не возьмут. Давай, 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 давай. Граната! Ну все сразу. Берегись!
Где это там? Вот так вот. Я считаю, я хорошо попадал. Давай. Где ты там? Его не вижу. А так и должен быть, смотрите как. Получи, тварь, гранату. Придурок, сам подох. Хватай пушку Логана и сбей вертолет. Эк. Блин, ладно, надо шустрее. Застрялся на этом месте. Ну же. Получи, тварь, гранату. Дурок, хватай пушку Логана и сбей вертолет. Или самому надо отходить? Получи, тварь, гранату! Или он там пристрелялся, что ли? Дурок! Хватай пушку Логана и сбей вертолет! Да, малыш, поджарил гадов! Ящеры! Так. Вот оно. Загасишь ты? Или не сможешь? Главное, покажи. Сволочи, как же я рад вас видеть! Ага, ага. Не знаю, как ты, а я бы уже слез с этой скалы. Логан был прав. Солдат не умирает от старости. Он погиб за нашу команду. И пусть земля ему будет пуховиком. На. Спасаю, только ваши жопы бегаю. Давай. Встал.
Вот так. Сюда летят. Ну давайте гасите его, чё вы? Думаете, я вам помогу? Да нисколько. Господи, какие вы беспомощные. Ай-яй-яй. На. Нормально? Я знаю, где откуда ты стреляешь. Ой. Подожди. Вот так. Граната! Рот, прикрой меня. Да я прикрываю, давай. Все, заходим, заходим. Закрыть дверь. Я их задержу. Вообще-то ты помрешь. Пошли вон отсюда. Да задержишь ты. Задержатель нахуй нашелся. Тоже мне задержатель. Мы рядом с вами. Попробуем пересечься. Где встречаемся? Идите через заправочный отсек, он выходит в ангар. Вас понял. Мы двое остались. Давай. Вот так. Патронов пока хватает. А вот и наши друзья. Сюда, вот твоя дверь. Иди вперед, я прикрою. Тихо. Вот и все. Да, вот он я. Где он? Ух ты. Здесь чужой. Они идут.
Подожди-ка. Вижу его. Чё? Или еще кто-то? Да подожди. Дай-ка сориентироваться. Огнемет, значит. Пока, ну, вроде бы не к спеху. И дробовик тоже не к спеху. Так. Встретиться со вторым отрядом. Мощь, мощь. Вот этот автоматик. Даже не знаю. Ну давайте-ка пока поменяем. Вот это, кстати, тоже прикольно. То ли бомбы липучки, то ли чего это вот. Ладно. Они наверху. Твою мать, яся! Блин. Сюда. Вот твоя дверь. Иди вперед, я прикрою. Да, иду, иду. Понимай. Все не как у людей. Ладно. Сюда. Вот твоя дверь. Иди вперед, я прикрою. Тихо. Давай. Выходи. Еще. Так. Ну, покажем, все хорошо идет. Где он? Стреляйте в него. Блин, я горю. Что там? Они наверху.
Вот так. Да сейчас. Тихо. Ну все, всех положили. Защита детская. Секунду. Рис, нам нужна помощь. Система повреждена, и мы не можем открыть дверь. Понял. Подождите. Парни, к вам идет патруль. Еще приперлись. Взять его. Турок, внимание. Нападаем с фланга. Вот так. Так. Идет один. Давай, давай. Что? Я его не вижу. Почти получилось. Держитесь. Людей пришлите. Я его не вижу. Я не вижу его. Ты видишь его? Здесь чужой. Баллы не покажут. Вот они, бомбы какие, липучки. Должно получиться. Ага, заходим. Заходим? Ладно. Идем. Рядом должен быть грузовой лифт. Вас понял. Прибежали гады. Не знаю, как ты, а я бы уже слез с этой скалы. Шепард, помолчи. Я думаю. Давай, 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 смогу, смогу, смог. Давай. Тыкай, тыкай. Вот так. Включи аварийное питание. Всего одну минуту. Получилось. Лифт спускается. Прыгайте в него и езжайте к нам. Минуту, я вам двери открою. Ты пока отдохни, а мной пообедают. Конечно. Главное, чтобы корабль там был. Все. Блин, с этим оружием мы еще пока толком не бегали. Взять Кейна и домой. Просто и весело. Если бы так. Хочется уже домой. Теплую да. Постель. Бухать с друзьями. И не говори. Хорошо придумано. Сволочи! Как же я рад вас видеть! Были проблемы? Подцапались с местными, но ничего серьезного. Попали под огонь? С местными. Да ничего особенного. Корабль должен быть здесь. Шепард, открой дверь! Понял тебя. Почти открыто. Надеюсь, вы ни на кого не нарвались. Рад тебя видеть, дурок. О, меня хоть кто-то рад видеть. Слава богу. Ребят, вы бы меня хоть поберегли? Я ж корабль водить умею, в отличие от вас. Шевели. Найди корабль годный для полета. Блин. Идем дальше, парни. Вот сейчас, по-моему, здесь лазить надо будет. Выискивая корабли. На этом и полетим. Ну или не полетим. Вероящеры! А вот и они. Ох ты! На! Ой, да пошли, пошли!
Я вам помог, помог. Давайте сами-то хоть немножко. Все, идем. Лёш, твою мать. Открыто! Все в диспетчерскую. Вот для пистолета. Изучение клопьего яда дало интересные результаты. Вам будет приятно узнать, что мы преобразовали его в аэрозоль, который действует даже на открытом воздухе. Через 20 минут газ разлагается, не оставляя никаких следов, и в помещении можно спокойно входить. Итак, нам удалось разработать идеальное биологическое оружие. Мендель Груман заплатит нам за это бешеные деньги. У парня серьезные кошмар. Проблемы. Еще пара секунд. Глазам своим не верю. Уходи с базы. Пошли! Что за хей? Что это было? Офис, бежим! Некогда нам разбираться, что это за хрень. Больше мне ракетницы не понадобится. Разнесло вернее, чтобы, блин. Ладно. Сюда. Дурок, ты первый. Ну, конечно, первый, тоже еще не выжил. Сюда. Что там? Господи, тут где-то, кстати, тиранозавр еще должен бегать. Это я точно помню. Так, это травоядный. Так, нет, тиранозавр должен бегать. Кстати, как они тут серые дышат? Не понимаю. Сюда идут. Гады, динозавры, лава, по уши в тюрьме. Вот так вот. Жопку подорвали. Ай-яй. Вот так. На. Отдыхай. Ты их добиваешь там? Впереди сторожевой пост, это хорошо.
Да тихо ты. Стрись, упущенный, не теряй голову. Где ты? Сюда. Так, сюда. Подожди, сначала там возьму. Сюда. Вот так. Так бы сейчас пробежал бы и остался бы без гранаты. Где-то тираннозавр должен ходить. Шопой чую, не добрует. Да, другие места учуять не можешь. Да, о чем -то. Меня никто не трогает. А, понятно. Только как от летучих тварей эти затвор поможет? Или что, они не высоко летают? Бежим! Там, вот, кстати, лесенка Дурак, была. Уходи! Там, поди, что-то можно было забрать. Дурак, сюда! Попробуем обойти. На бутынах, на ты восхитительных штанах. Где-то здесь, да? База большая. На базу можно залезть через забор. Я даже охраны не вижу. Стоп. Один есть. Разбегаемся. Ну ни хрена себе, сказал я себе. Расходись, а то всех положат. Еще один. Куда он делся? Да подождите вы. А, во! Вот так вот. Смотри, какая здоровая тварь. Конечно, уходит. Делегация. Так.
Хорошо, стреляйте. А вы-то чего не отстреливаетесь? Проберите систему вентиляции. Так. Где-то на территории системы вентиляции. А как ты меня сверху-то? Кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай! Найди вход на базу. Короче, надо не бесконечно будет ползти на туда вперед, на опережение идти. Вот что я вам скажу. Можно залезть через забор. Я даже охраны не вижу. Стоп. Один есть. Разбегаемся. Куда он делся? Расходись, а то всех положат. Какая здоровая тварь! Мало не покажет! Да тих, блин! Ладно. Давай! Хотите так, будет вам так. И это будет. Ждем, когда тиранозавр уйдет, и потом берем только винтовку. На базу можно залезть через забор. Я даже охраны не вижу. Стоп. Один есть. На, стрела. Разбегаемся. Расходись, а то всех положат. Смотри, какая здоровая тварь. Да. Пока нормально. Еще есть.
Тихо, бежим. О, теперь менять можно. Подождите, не спешите. Вот так. Это раз. Так. Давай, ползи. Опа. Фактом, что мы первыми залезем. Рок, возьми на себя турель. Так, вроде всех пока побили. Вроде всех перебили. Куда нам турель? Это вот отстреливаешься, да? Я отвлеку их на себя, а ты не подведи. Ой. Да ж твою мать-то! Второй залез. Почему, как только я пришел, он сразу залез туда? Я так уверен, что это уже оконцовка должна быть. Давай! На базу можно залезть через забор. Я даже охраны. Давай. Расходись, а то всех положат. Куда он делся? Смотри, какая здоровая тварь. Привет. На работу. Видишь? Давай.
Ну, уходи давай. Кого-то не доел, что ли? Уходи. Вот так. Не мешайте ему. Ждем. Они на лету подбили бомбу, что ли? Ай-яй-яй, так хорошо начал, так некрасиво закончил, нахрен. Аж самому. Но мне этот уровень не дает она. Перезарядим. Чтобы наверняка. Знаю, что нужно в эту сторону. Раз, подождите, я сбегаю. Возьму винтовочку. Так.
Ну-ка давай-ка поверху. Ну ведь гаденыш бежал еще целенаправленно. Где-то лестница была. Так. Рок, возьми на себя турель. Там он помер, надеюсь. Блин, да они бесконечно так что ли будут. Рот, я отвлеку их на себя, чтобы подведи их. Привет. Мочить всех. Вот так. Давай. Так, блин, там еще сейчас на турели будут лезть. Ой-ой-ой. Идет один. Осторожно. Так. Блин, даже не знаю, что сказать тебе. Ой-ой-ой.
Так. Здесь у нас что? Неплохо. Только, блин. Где тут развернуться с этими бомбами-то? Ой. Куда он делся? Так. Ой-ой-ой. Вижу его. Давай, давай. Ели. Минутку. Вот так. Блин, сейчас пойду в замкнутое помещение. Мне там снайперка уже не пригодится. Вот так. Нормально. Держишь позицию? Держи. А вот и патронов нет, что ли? Или не исходили? Предоставлены, конечно, патроны. Ну ничего. Теперь, по крайней мере, с патронами не будет проблем. Сохранение. Пробить систему вентиляции. Это как? Как ее вообще пробить-то? Бомбу заложить или что? Заряд вот сюда. Еще один. А, дальше.
Куда закладывать заряд? Сбей вертолет. Сейчас собью. Я его пока только слышу. Одну минуту, господа. Уходим! Ну как, а я пошел. Так, подождите, мне надо оружие-то взять свое. Так. Чего? Чего вы на меня смотрите так? Мы идем. Нам осталось, а поди до финишах. Хрен, да ни хрена. Идем дальше, парни. Воняет душа. Не работает. У меня есть ключ. Сейчас рванем. Сюда. Ключ. Давай. Попробуй открыть эту дверь. Так, ладно. Понятно. А, во. А у нас есть гранаты? Слышал. О, вот они. Слышал, я-то слышал. Что они задумали? Это их база, смотрите в оба. Как этот Бэтмен был бы, так вообще бы. Я пока никого не вижу больше. А, кстати, стрелы-то достаю, нет? Стрелы не достаются, видимо, так глубоко в поле, что уже все. Назад никак. Давай. Огнемет. Это вы где здесь? Пройти через большую дверь. Огонь!
Вот так. Так, минутку. Эй, за мной! Где? Вот так. Ну что за там? Сюда! Интересно. Идите в диспетчерскую. Ну, пришел в диспетчерскую. Если у кого-нибудь есть план, выкладывайте. Они следят за каждым нашим движением. Ну? Чтобы выбраться отсюда, нам надо обесточить их систему безопасности. Вот, это электростанция. Если взорвать генератор, у них все умрет. Держитесь, парни. Я пойду. Сюда. Вот твоя дверь. Да я знаю уже. Если у кого-нибудь есть план, выкладывайте. Они следят за каждым нашим движением. Чтобы выбраться отсюда, нам надо обесточить их систему безопасности. Вот. Вот сейчас я прошел только еще раз надо проходить. Блин, вот жопа-то. Держитесь, парни. С этого момента не перестал записываться. Давай, нападайте. Главное, на меня еще. Падла. Да твою-то. Так, еще один должен быть. Вот все. Ну, блин, сейчас бы сохраниться бы. Так, ладно. Патронов у тебя, надеюсь, там тоже хватит. Потому что, ой, как много надо будет. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. На. Так, 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 так. Одну заложил. Даже не знаю, блин, здесь муторно все это дело делаться. Еще одна.
Да твою мать! Все так хорошо начиналось. Что не так пошло? Осторожно, дурок. В вентиляционных шахтах какое-то странное движение. Вас понял. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Так. Теперь надо успеть поставить все это дело. Одну заложил. Блин, кислота, он брызжет везде. Как дробовик зарядил. Урод, вали отсюда быстро. Тихо. Три турели не помогают. Я вот здесь сколько парился нахрен. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Ой-ой-ой. Это вы быстро очнулись-то. Давай, держи ее. Откачай, дурок, еще одна. Блин, чего вы так быстро гасите-то меня? Надо знать, где закладывать эту штуку. Осторожно, дурок. В вентиляционных шахтах какое-то странное движение. Вас понял. Блин.
Ну еще и метка так. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Это они очень быстро гасят. Очень. Ну-ка. Сейчас устроим ломать. В вентиляционных шахтах какое-то странное движение. Вас понял. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Подожди, турель для прикрытия. Одну заложил. Давай, прикрывай меня. Я не знаю, как надо бежать тут, но, блин, что-то ни хрена ничего не помогает. Это единственное, о чем мы можем сказать. В вентиляционных шахтах какое-то странное движение. Вас понял. Давай. Надо бежать зигом и загом. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Попались! Дебил, тут всем спасаться надо. Подкачай, дурок, еще одна. И вот сейчас по лестнице самое трудное. Вали отсюда быстро! Они ломают дверь! Они идут! Скорее выполняйте пронёса! Давай, давай, спускайся, спускайся! Что? Иди! Кстати, а если спрыгнуть, я могу спрыгнуть, не разбившись? А, попробовать вообще вот сейчас вот. Вас понял. Да, мать твою, он сейчас там все расстреляет. Сюда летит стая крылатых клопов. Если у тебя есть пулемет, поставь его как турель для прикрытия. Ну, смотрите, как они... можно спрыгнуть. Давай, лови. Одну заложил.
Давай, прикрывайте меня. Вот начинается. Вот. Смотрит на меня. Я говорю, на меня. Мы переглядываемся. Привет, дурок. Привет. Смотрю, немного вас осталось. 4 человека? Смешно. Теперь ты не сможешь даже смыться, иначе остальных убьют. Ты ошибаешься, Кейн. Без Турока мы бы здесь долго не протянули. Хороший пистолет, еще раз говорю. Поворот, правда? Раньше с пистолетом только бегал. Что тебе смешно, Кейн. И ведь выжил, падла, что не говори. Вот тебе. Жанр-то нахрен. Бежим, бежим. Не обращай внимания, бежим. Вот так. Открывайся, Сизам. Вижу одного. Отойди. Блин, бочки взорвались. Он тут дебил с той стороны по бочкам стрелял. Теперь я выстрелил вперед. Давай. Пошлите. Вы все меня-то ждете. Пойдем. Бум. А мы сюда. Надеюсь, ты записывался, падла. Перезарядить.
что такое хорошее? Вот здесь, по-моему, да? А, нет, взяли. Где-то гранаты там летели. Стой ты, вот, взял. Месиво, месиво, сейчас большие пойдут. Там кончается уже все. Где, где? Все, бежим. О, сейчас нахрен здесь ничего не надо, у нас еще оружие все потеряется потом. Вот так. Ой-ой-ой. Ну, просто давай. Не верится. Мы летим домой. Мы летим домой, да? Вы летите домой. Скорей, скорей. Я остаюсь. У меня счеты с Кейном. Я должен остановить его. Там игра клавиш нахрен. Живо! Этот счет с Кейном. Убей его. Вот так-то игра проходится, по идее, на одном дыхании. Зараз. Оп, взял и прошел. Так, мне надо вот дробовичок поменять, он мне сейчас не нужен. Ладно. Я вас запомнил, гадов. Вот. Меняем дробовичок. Так. Но мне не дробовичок, подожди.
Не-не-не. Вообще не так. Где это оружие? Вот так. Я хотел. Прячься. Вот сейчас я вам спрячусь. Так. Блин. Могли бы немного подождать-то. Твою мать! Такое просто. На. Вали оттуда. Ну как так разбегаться, то успевайте. Блин, вообще издалека какой-то самый левый, самый дальний. Давай, давай, мать твою, крути, крути свою шарманку. Почему пройти-то не могу? Вали оттуда. Гранаты!
Блин, давай, давай. Так. Подожди, я пошел за своим автоматом. А, конечно, мне, по-моему, сейчас навряд ли понадобится. Точно не могу вспомнить. У меня же еще с динозавром биться. Теперь можно поменять. Ага, тут нету ни хрена. Ну что, давай тогда. Сомневаюсь, конечно, что мне сейчас это пригодится. Мне сейчас будем сбивать же самолет. Кстати, дробовик нужен против динозавра. Но здесь тоже, блин, то ли в крыло я в прошлый раз. Тут, наверное, крыло у звездолета, если это крыло, то в крыло подбил. Блин. Ладно. Вот так надо вот. Ну я три раза делал, я не знаю, но я в крыло стрельнул, думаю, может кто-то. То ли три раза его надо подбить так. То ли в крыло ему надо попасть, чтобы он слетел. Все-таки три раза в него надо так стрелять. А я думал, надо в определенную точку попасть ему. Давай, игра клавиш. Надо было текать, пока была возможность. Никак не мог. Хотел вот зайти и попрощаться. О, как мило. Но теперь нам отсюда не выйти. Все кончено, Турок. Знаю. Но ты все равно заплатишь за все, что сделал. Я же вытащил тебя с помойки, воспитал, раскрыл твой потенциал. Я сделал тебя человеком. Каким человеком? Если бы ты знал законы нашего племени, то не приказал бы убивать гражданских. Мы так не поступаем. У меня был приказ, и я его выполнял. Вот как мы поступаем, Турок. Мы выполняем приказы, а ты даешь волю эмоциям. Поэтому ты никогда не будешь хорошим солдатом. Ты прав, Кейн. Я не солдат. Грей. Солдат выполняет приказы, а воин следует выбору сердца. Ну что, Турок, выбирай, бежать или прятаться. Ножа-то нету у меня. Еще и нож потерял. Ай-яй-яй. Давай, тут главное не ошибиться нахрен. Ладно, хоть дают шансы на реабилитацию. Давай. Все.
Вот по-быстрому я его загасил на этот раз, да, игра-то клавишами-то. Вот. Недобиток, которого я не добил. Глаз-то ему распороть распорол, но не добил. Итак. Мне нужен дробовик. Ой, как нужен. А вот только где вот он? Честно сказать, я уже и не помню. Вещь-то хорошая. Вау. Ракетная установка найдена. Там-то я его из дробовика и автомата гасил. Тебя бомбы должны были разорвать уже. Чего снаряды-то? Из говна что ли сделаны? Охренеть. Мне кажется, ему-то ни почем будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, блинский. Пусто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Гранату в глаз. Смотрите на черепушку. А чё ж ты первый раз вот так не смог? Эх ты. Дождь кровавый. Я надеюсь, ты записываешь, падла, потому что третий раз проходить — это же пипец. Не бросили, забрали. И они на этой, представляете, на этой шушле хотят еще межзвезд, между планет и галактик лететь туда. Думал, мы тебя бросим? Я был уверен в этом.
Вот так вот все и было. И в других миссиях тоже. Устраивайтесь поудобнее. До земли путь не близкий. Да. Ну что ж, на этом все. Играйте, играйте в турок. Проходится на одном дыхании. Кстати, вы за присед, по-моему, за один пройдете. Ну а мы с вами увидимся уже только в следующем видео и в следующей игре. Пока!